Поприветствуем нашу виртуальную аудиторию, нашу церковь, которая с нами в онлайне. Масса людей с разных уголков земли сегодня с нами. Мы просто благодарим Бога за эту возможность быть вместе. Итак, родная моя семья, сегодня я хотел поговорить насчет очень уникальной темы. Я ненавижу сатану очень сильно. Я так скажу, что дьявол — это одна из, я так скажу, такая гнилая тварь, которую я посвящен рубать везде и разоблачать все. Несмотря на то, будет ли это мне в навар или в ущерб, это не имеет значения. Целью моей является уничтожение его царства и разоблачение его лжи. Amen. Итак, дорогие, я так скажу, тема называется так уникально. Я ее назвал так уникально — инкубатор Люцифера. Вы поймете немножко попозже, что я имею в виду. Сейчас просто слушайте и понимайте, попросите Дух Святой, чтобы то, что я сегодня буду говорить, чтобы оно было открыто вам им, не мной. Потому что иногда те вещи, которые я прошел, вы знаете, мне очень мало час, чтобы выложить тебе то, что я хочу. И поэтому это будет открыто Духом Святым, если ты действительно попросишь это. Бог тебе это откроет и это скажет. Итак, тема началась с того давно. Я начал замечать некоторые вещи. Вы знаете, почему нам с вами так тяжело познать, где Бог? Потому что мы рождены в инкубаторе Люцифера. Вы знаете, то, что тебе кажется настоящими церквями, это как ничто иное, это как вариант сатаны для тех, кто проснулся, и он говорит: я хочу к Богу. Они говорят: а, ты хочешь Бога, вот тебе мой вариант Бога. Но только ты там начинаешь двигаться к Богу, в инкубаторе Люцифера, там, под названием церковь, тебе покажут, кто есть кто и что есть что. Amen? Хорошо, я очень свободномыслящий человек, поэтому сегодня просто слушай то, что я буду говорить тебе, и принимай это. Итак, все началось много лет назад, когда я открыл холодильник, в холодильнике лежали фрукты. Почему мы ложим в холодильник почему мы ложим иногда фрукты в холодильник? Кто мне скажет? Вот, хорошо, да? Правильный ответ, идеальный ответ. Чтобы они не испортились. Вы знаете, уникально то, что я взял фрукт из холодильника, положил его. Я не хотел есть его холодный, я хотел, чтобы он немножко, знаете, пришел в себя. И я о нем забыл. Буквально через несколько дней я поднялся опять из своего офиса, и там, где лежал этот фрукт, я заметил, над ним летало много фруктовых мошек. Я задал себе вопрос. Проблема не в том, что фрукт пропал. Если бы он не пропал, я бы удивился. То есть он пропал, все правильно, он пропал. Но вопрос у меня задался вот в чем. Откуда взялись эти мошки? Их не было. Как вот пропадающий фрукт, всегда вокруг него летает мошка? Вот это ребус, да? Фрукт нормальный, да, в холодильнике там, или он свежий. Нет мошек. Как только начинает пропадать, моментально пропадает мошка. А оказывается, пройдя немножко дальше, я понял, что мошки уже давным-давно находятся внутри фрукта, как бактерия, которая не развивается. Вы понимаете, да? Как только фрукт, так скажем, попадает в правильную атмосферу, в атмосферу гниения, кто-то понимает, да, куда мы идем, наверное, уже, да, потому что по моим вот этим приколам уже, те, кто со мной давно в теме уже, вы понимаете, куда мы идем. Кто-то уже берет для себя что-то, да?
Вот хорошо, да? Видите, как? А потом люди задают вопрос, говорят, слушай, пастор, я ничего не понял. Ты говоришь притчами. Так вот я говорю к тем, которые духом уже улавливают то, куда мы идем. Амин. А те, кому не дано, я им разложу сейчас по-русски, они ничего не поймут. Идем дальше. Я задал вопрос, откуда эти мошки? Оказывается, мошки уже там. Недавно, как недавно, если 20 лет это недавно, то... Я приехал в Америку, как все, знаете, как все нормальные русские, взял убитую машину. Не битую, убитую. И я купил на нее крыло. Знаете, крыло? Крыло, нужно было прикрутить крыло. И я его оставил за гаражом. Как всегда, завтра надо сделать. У кого-то кто-то заржал там так серьезно. Это у кого-то крылья сейчас прямо около гаража стоят. Это я гарантию даю. И это тоже завтрашний проект, который начался 4 года назад. И вот примерно так было. Я купил крыло и поставил его за гаражом, думая, что я прикручу. Но я не прикрутил. Когда вернулся, не вернулся. Когда мы выезжали из дома, я вспомнил, что там за доской стоит крыло. Я прикрыл доской. И сам от себя его спрятал. Естественно, потом машина продалась, я ее не захотел делать. И, короче, ну, как все русские. Начал и не закончил. Продал кому-то, кто больше понимает в этом. Но я абсолютно забыл за крыло. Когда мы выезжали из того дома, это еще было давно-давно, еще мы в Эверете жили, я открыл доску, и там стоит крыло. И оно было практически изгнившее от ржавчины. Я задался вопрос, я же покупал нормальное крыло. Новое, чистое. Откуда взяла ржавчина? А оказывается, церковь, ржавчина уже давным-давно внутри металла. Ей нужно просто правильный климат, правильная атмосфера, чтобы появиться. Итак, сказав несколько начинающих поинтов, мы пойдем с вами в тему. Вы понимаете, что мы, почему мы бездейственны? Почему при всем твоем и моем желании Библия говорит, Царство Небесное в вас? Вы поняли, куда мы идем, да? Оно в вас. Знаешь, почему я делаю паузу? Мне нравится, чтобы Дух Святой говорил тебе быстрее, чем я говорю. Чтобы Он в твое сердце проповедовал больше, чем проповедую я. Я просто человек, который, как указатель, указываю на некоторые вещи, которые указывает мне Бог. Это моя функция в теле. И Дух Святой открывает тебе уже твою сторону. Царство Божье внутри вас есть. Из чрева потекут реки воды живой. И сколько мест написанных, тысячи лет проходят, и никто не может понять, почему оно не работает. И даже боятся задать тебе вопросы. Потому что если задашь тебе вопросы, ты покажешься идиотом. А мне не хочется быть идиотом. Все идиоты, очнемся. Я просто идиот, который могу кричать громче всех. Который хочет узнать, почему летают мошки и гниет металл. Почему... Из меня не идет Царство Божье. Почему? Нет, от определенного момента, когда мне Бог открыл эту тему, которую Он сейчас позволил мне вам сказать, началось движение в моей жизни. Вы знаете, я могу рассказывать только то, в чем я живу. И я могу вам рассказывать о движущемся Царстве Божье, если оно движется во мне и на мне, и вокруг меня. Вот это я могу делать. Естественно, у меня есть моя функция, и мое Царство Небесное – это информация и откровение. Ты знаешь, что у тебя есть часть, которую ты несешь, твоего Царства Небесного? Ты будешь, например, в пророчествах, видениях, ты будешь в исцелениях. Никому не дано все, поэтому не требуй от кого-то все. Успокойся. Если ты требуешь от кого-то все, ты, значит, кого-то сделал Богом, а Бог сказал «проклят», надеюсь еще на человека. Окей? Ты берешь что-то для себя? Я беру тоже. Смотри. Наша проблема в
том, что мы не позволяем Богу довести наше «я» до полной смерти. Кто-то понимает? Наше «я». Знаете, почему тебя все говорят: «Не иди, умрешь». А ты такой: «Да, умру». Так надо умереть? Ты знаешь, оттуда еще никто не возвращался. Фрукт фрукту говорит в холодильнике. Другими словами, перефразируем эту притчу так, по моему переводу. Из вас вылетят мошки. Когда вы попадете в правильную атмосферу. Царство Небесное в вас, из вас потечет реки воды живой. Вы знаете, тогда, и тогда мне Бог начал объяснять некоторые вещи. Он говорит: «Сынок, я хочу что-то тебе объяснить, но я объясню тебе только тогда, когда твои мозги будут чистые от религиозного маразма, потому что я не могу говорить с религиозными людьми, потому что у них лимиты, и они не могут мыслить и принимать ничего, что не вмещается в их маленькую коробочку. Поэтому иногда с мирскими разговаривать легче, потому что у них нет лимитов. Они просто знают, что тот сошел с ума на Гитлере, тот на политике, а ты на Христе. Ну, добро пожаловать на нашу планету Земля». А князь этого мира, слушай внимательно, для некоторых это будет удивление, для некоторых это будет, может быть, какое-то откровение. И для меня было в свое время. Князь этого мира, то есть сатана, зная, что если я и ты попадем в правильную атмосферу, ты знаешь, что яблоку не надо было выжимать мошки из себя? «Летите, мошки!» Мошки говорят: «Не переживай, вылетим, когда придет правильное время. Когда вот никто на тебя уже смотреть не захочет, есть не захочет, вонь пойдет, тогда и мы появимся». Вы знаете, что Бог даже на творении своем, пусть это может немножко такая мрачная картина, но это, вы знаете, что гниение — это и есть процесс не смерти, это и есть процесс жизни, потому что теперь эти семечки могут реально попасть в почву и дать теперь не просто следующее яблоко, а целый, я так скажу, целый сад яблонь. Поэтому то, что некоторые называют смертью, давайте перефразируем, мы называем жизнью, входом в новый аспект. И мошки — это как ничто иное, как доказательство того, что ты на правильном пути, фрукт. Другие фрукты сидят в холодильнике, говорят: «Глянь на нее, завонялся. Фу. Глянь вокруг него, что вокруг него творится. Смотри, фу, оля, потек, фу. Фу, а это что летает? Ух, как много. Братья, закройте холодильник». Мы запрещаем слушать этот фрукт. Он выглядит не так, как мы. Но позволь возразить, ты в инкубаторе, ты в микроклимате, ты в холодильнике, а я всего лишь хочу попасть в натуральный процесс жизни и смерти. Смотри, читаем. Так, до места мы доберемся еще. Смотри, князь этого мира, то есть, зная, что если ты и я попадаем в правильный климат, обязательно дадим плод. То есть ты не сможешь его не дать. Знаешь, почему ты пытаешься сделать плод? Потому что ты не готов. Знаешь, почему ты хочешь что-то сделать для Иисуса? Потому что ты ничего не можешь, из тебя не течет. Когда ты попадаешь в правильную атмосферу, слушай меня, тема не для детей. Когда ты попадаешь в правильную атмосферу, мир так устроен, все начинает работать само по себе. Откуда ты взял в свою голову религиозную, что я что-то должен делать? Царство Божие внутри тебя, и реки воды будут течь. Там не написано, когда откроешь кран, когда провозгласишь. Когда отпастишься, потечет. Нет, оно будет течь, и ты даже не будешь, как ты не смог его открыть, так и закрыть ты его не сможешь.
Гляньте, куда-то попадаем, да? Куда-то попадаем. Воздайте слава Богу. Мне нравится. Смотри. Обязательно явится плод. Другими словами, что бы ты не оставил само по себе, оно начнет прогрессировать натурально. Ты знаешь, тебе нужно следить за лесом, чтобы он не рос. Нет, некоторые глубину этого откровения не поняли. Еще раз повторю для глубоких. Тебе нужно следить за лесом, чтобы контролировать его и управлять его ростом, видом. Что мы с вами видим? Каждую весну начинается: косим траву, режем елочки, стрижем, подстригаем. Почему? Потому что ты пытаешься контролировать природой Бога. Кто-то улавливает, куда мы идем, да? Итак, чтобы лес был лесом, оставь его в покое, пошли его лесом. Темным и густым. И когда ты вернешься в дом, в котором ты не был 20 лет, ты будешь удивлен. Крыша будет на земле, и на крыше будет дерево. Ха-ха-ха! Алло! Знаете, мы ездим на кемп, на наш, и некоторые дома за вот эти 5-6 лет стоял дом, потом он кривее. Сейчас проезжаешь, он лежит. Вы знаете, что нужно следить, управлять, контролировать, чтобы поддерживать. Но как только ты убираешь руки свои, отдаешь в свободу, позволяешь климату захватить эту субстанцию, она начинает жить, развиваться. С нее начинает идти, вылазить такое. Никто эти шишки не собирает. Из шишек елки. И ты приезжаешь, лес густой. Кто-то понимает, куда мы идем? Вы должны понять, что некоторые люди говорят: Бог, приди в нашу церковь. Ты только что доказал, что это не церковь Бога. Потому что из его церкви он не уходил. Нет, некоторые глубину этого откровения не поняли тоже. Пару человек поняли, по улыбкам вижу. Еще раз повторю для глубоких. Если ты говоришь: Бог, двигайся в нашей церкви, это ты доказал, что это твое строение, которое ты хочешь наполнить Богом, там Бога нет. Ты кощунствуешь? Там же были чудеса. Слушай, у меня и в лесу чудеса были, и на производстве чудеса были. То, что ты сделал коробку, загнал туда членов, назвал это церковью, сделал правила и уставы, и ты сказал: это Божье строение, это хрень рук человеческих. Когда мы поймем, что это все извращение? Люди не идут в церковь. Церковь собирается в здании, чтобы пообщаться. Перефразируем-ка все. Бог никогда из своего строения, из своего творения не выходил. Значит, сделаем шаг и мат этой всей хрени религиозной. Вы все доказали, что Бога нет. А у нас тут и у нас тут. Да у нас везде чудеса. В поезде чудеса. Да на улицу пойди, у тебя чудес будет 3 раза больше, чем на твоем воскресном служении. Кто служит, неизвестно. Кто-то понимает? Класс. Примерно вот так. Каждая проповедь — это как шедевр, знаете, и когда я что-то говорю, это как мазок. Отхожу в сторону, говорю: пойдет. Раз. Я тебя не понимаю. Вали отсюда. Это еще один мазок, он нужен к этой картине. Потому что кто-то посмотрит там и скажет: вау, это меня освободило. Твоя фраза о хрени меня освободила. Ты неправильно проповедуешь. Покажи, как правильно.
Никто не знает, как проповедовать, никто не умеет проповедовать, нигде нет оттолкновения, что и как проповедовать. Если брать оттолкновение от Иисуса, то ты проповедовать вообще не будешь. Ты будешь всю жизнь говорить притчами, рассказывать деткам сказки. Иную притчу он придумал. Пришел сеятель сеять семя. Иисус, я понял, вступление хорошее, проповедь давай. Нет проповеди. Стандарта нет. Стандарт – это он, и ты позволяешь его атмосфере произвести в тебе шедевр, которого еще не было на этой земле. Нормально. Классно. Иисус сказал, Царство Божье внутри вас, но как его достать? Внутри. Как яблоку достать мошки? Как железу достать ржавчину? Атмосфера. Атмосфера. Тебе кажется, новое откровение? Ты в заблуждении. Тебе кажется, ну, больше молитвы надо? Ты в заблуждении. Ты не понимаешь. Все, что нужно творению Бога, которое уже внутри себя несет не только жизнь, а жизнь с избытком. Правильная атмосфера. Правильная атмосфера для всего. Для чего-то нужно солнце. Для чего-то нужна влага. Для чего-то нужна полная, знаете, как темнота, чтобы выросла плесень, например. Другими словами, что... Вы знаете, плесень на солнце не вырастет. Мы с вами понимаем... Да, та же грибы, которые ты любишь, это же плесень, ты знаешь, да? Просто это большая плесень. Я люблю плесень, чего? Да здравствует плесень. Сыр вообще с плесенью вообще классный. Ладно. Стереть это с шедевра. Плесень нам не нужна. Смотри, от Иоанна 12:24. Смотри, какое интересное место из Писания. Смотри, от Иоанна 12:24. Истинно говорю, если зерно пшеницы не упадет на землю и не умрет, то оно останется одно, а если упадет на землю и умрет, то принесет множество зерен. Вы думаете, что Люцифер не слышал эти слова? Вы думаете, что сатана не знает? Вы думаете, сатана останавливает тебя грехом? Грех – это фонарь, побежденный на кресте 2000 лет назад. Дан. Точка. Так почему? Что же меня держит? Вот поэтому я здесь. И ты, наверное, для сильно забегающих вперед, они уже, наверное, понимают, куда мы идем. Все, что мне и тебе нужно, чтобы слава Божья вышла и потекла из меня, и потекла так уникально. Слава должна потечь так уникально, что все вокруг скажут, это не от Бога. Потому что это шедевр, которого еще не было. Если что-то было, это клоны, это позорные клоны, копии. Бай-бай. Ты должен быть таким шедевром, который посмотрит и скажет, такого еще не было. Вечно хохол вылезет не вовремя. Смотри. Целью Люцифера стало, это относится к церкви, к рожденным свыше людям, не впустить через смерть, через ущерб себе. Дьявола цель не впустить тебя в атмосферу, потому что как только ты пойдешь в атмосферу, он потеряет контроль над всем. Кто-то понимает? Вот это стержень этой темы. Если ты не поймешь ничего, хихихаха, поплачь, пойми вот это. Если ты вот это поймешь, тема для тебя состоялась. Ты не движешься не потому, что тебя держит грех. Ты не в той атмосфере. Но когда ты в нее попадешь, точно так, как ты не мог при всех усилиях произвести плод, ты не сможешь при всех усилиях его остановить. Из тебя будет течь слава. Каким методом это уже? Он артист, он дизайнер, он
творит шедевры, поэтому я не знаю, что из тебя потечет. Например, когда мастер коснулся меня, из меня потекли его откровения. Это то, что он хочет подарить тебе. Я всего лишь инструмент, через который он это делает, разрешивший ему употребить меня. И те, у кого нет лимитов и рамок, те, которые не заскакивают на слова «хрень» или там «чмо», они поймут откровение. Или там «попа», например, где-то выскочила. Знаете? Ты кое-что поймешь для себя. Эти слова – это всего лишь как защитный барьер, который не пропустит религиозных людей в откровение. Ты не понял, ты не понял, ты не понял. Такое было слово, но до этого момента я больше не могу слушать тебя. Слава Богу, ты доказал себе, что в откровение ты не зайдешь. Firewall стоит. Раз, и хрень тебя больше не впустила в откровение Божие. Ты остался с хренью. Если бы он говорил, как все, я бы его слушал. Нет, ты бы слушал меня, как всех. Никак. Аллилуйя. Смотри. Целью Люцифера стало любым путем не допустить семя в процесс гниения, разложения и в конце концов смерти и затем реального плода. Дьявол видел весь процесс. Он знает. Он предложил Иисусу войти в его климат. Он сказал: «Вон». И отдался Богу в процесс натурального гниения, смерти и воскресения. И вот он, первенец из мертвых, показал тебе и мне, что вне отсоединенный, только отсоединенный от климата и от инкубатора Люцифера, только те могут жить. Знаете, почему меня ненавидят все инкубаторские? Потому что я вне инкубатора. Много лет я вне инкубатора. Я говорю, что хочу. Я думаю, что хочу, и потом думаю, что... потом говорю то, что думаю. И все. Смотри. Он создал инкубатор, холодильник или микроклимат, в котором семя может лежать тысячи лет. Смотри, что происходит. Мы рождаемся свыше. Я этот процесс видел в духе. Я был шокирован, как это происходит. Он говорит: «Сын, дети, вы должны понять. Каждый из вас... вы носители, когда ты только рождаешься, в тебя попадает его семя, семя царства». И он говорит: «Миллиарды, миллиарды людей приходят на эту землю, познают меня и никогда не попадают в процесс полного гниения и воскресения. Масса людей, единицы, посчитать можно, которые вышли из этих инкубаторов, которые решили быть оплеваны и обтоптаны, которые решили быть обрыганы религиозной шлюхой, которые решили пойти по своему пути так, как ведет тебя Бог, что Бог твой учитель. Amen! И я умоляю, чтобы он стал твоим. Только так мы поймем друг друга. Пока твой учитель Петро, вот поэтому мы все воюем. Когда твой учитель и мой учитель станет Христос, нам не нужно будет доказывать ничего. Не ходи в его церковь. Конечно, это наша церковь. Очнись, идиот религиозный. Очнись. У тебя ничего твоего нет. Твои руки не твои, твое тело не твое, душа это не твоя. Тебе просто позволено подышать. Мешок ты мой. Дыши ровно! Хорошая тема. Смотри. Как ты можешь говорить о свободе и не быть свободным? Не пойдет. Дьявол создал инкубатор, называющийся мир. Прелести этого мира. Знаешь, в какую идиотизм попала церковь, пытаясь достигнуть что-то в этом мире? И катится яблочко в холодильнике и проповедует всем. И она потом строит свой маленький кулер. Назвали его церковью. В большом холодильнике, в маленьком холодильнике. Первая такая-то церковь. Вы знаете, я что-то не видел второй.
Первая псятническая, первая харизматическая, первая баптистская, первая дефтория. Першокранска. Бог мой. Ты даже, у тебя даже головы нет названия придумать. У тебя название как будто в холодильнике у всех. Бог мой. Смотри. Пастор дома. Смотри. Дьявол, цель дьявола стала не атаковать нас всех, а ввести нас всех в свой вариант. Представляешь, ты рождаешься, я рождаюсь, мы не знаем, что такое настоящая церковь. Да твоя Библия даже переведена, как Люцифер захотел ее перевести. Бог мой, очнись. Если ты пойдешь в историю Синода, ты поймешь, что это делалось под правило, под давлением Петра Первого, который решил перевести ее так, как ему угодно, чтобы контролировать массами. Очнись. Ты читаешь перевод, который полностью подогнан под контроль и насилие людей. Чтобы быдло вот этих лаптей, вот я пошел и корову попас, вот их научить Слову Божьему. Был создан Синод для контроля. Очнись. И ты говоришь... Я Библию читал. Стоп, мы говорим сейчас, отходя от контекста. Чью? Я в церкви все слышал. В чьей церкви? Это была истина. Откуда ты знаешь, что это истинная церковь? Ты истину видел? Как? Все познается в сравнении. Amen. Если ты говоришь, что это истина. Нет. Это не истина. Это истина брата Степана. И этих братьев барабанов. Бог мой. Алло, истина на проводе. А мне нравится шатать религиозную хрень, расшатывать ее. Так просто вне контекста. И смотрю, кто упрется опять. И не пройдет дальше к самой сути. Какие из того изнавали, что он на них эти притчи говорил. Подняли кирпичи побить Христа. Сейчас не камнями побивают, видеокамерами. А мы нарежем, 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 нарежем. Ух, нарежем и склеим. Хрень склеим. Конечно, никто правду не хочет слушать. Никто не хочет слышать о тысячах исцеленных, на которых даже руки никто не возлагал. Никто не хочет слышать, что через слово, через наушники микрофона выходят бесы из человека, которые прослушивают массы освобождений. Давайте это склеим. Чего бы и нет. Клей так, все клеить. Но нет. Хреновщики будут клеить только хрень. Потому что от избытка сердца говорят уста, от избытка сердца нарезают уста, от избытка сердца живут, и то, что у тебя в сердце, то ты и производишь. Ты возьмешь конфету и из нее говно сделаешь, потому что ты... дома. Хорошо, так. Время всегда против меня. Миллионы рождаются от Духа Бога, уходят из этой жизни, так и не принеся плода, не явив Царство Бога. Сатана держит церковь в инкубаторе, которая не может явить образ Христа через себя. Ты в этом холодильнике можешь читать о мошках сколько хочешь. Читать о процессе гниения. Эти яблоки могут читать Писание и говорить, о, есть яблони. Есть целые сады яблонь. Так выкатись со своего холодильника. Нет, брат Степан сказал, что катиться туда нельзя. Он меня отлучит от холодильника. Я ж выкачусь, и мне будет плохо. Так в этом и все хорошие новости. Станет плохо, а потом станет так хорошо всем. Пройди через процесс гниения, умоляю тебя, не бойся. Конечно, они скажут, что ты идиот, будешь вонять, течь тебя что-то будет. Все будут смотреть на тебя и говорят, да, а какой был брат? А ты
Бог, что за мной? Я иду к тебе, у меня столько всякой фигни тут под носом, всякая, и тут плохо, и здесь дали, и там с работы уволили. Гнием дальше, не вздумай закатиться назад. Пусть это заберут твой дом, потому что он не твой, твое тело не твое. Задница на твоем, задница не твоя. У нас, скажите мне, что здесь наше? Что ты сможешь с собой вообще унести? Давайте от этого начнем отталкиваться. Ничего! Как говорят братья в Господе. Они даже по-синодальному проповедуют, помнили? Помышляйте о горнем. Имеешь в виду о горах? Окей. Смотри. Мы сидим в созданном духом этого микроклимате, не дающем явиться Христу через нас. Мы любим мир и все созданное духом этого мира, не понимая, что это паралич для Церкви Христа и Царства Бога. Тебе не нужно даже достигать Царства Бога. Отдай себя в руки Богу. Позволь Богу провести тебя через процесс. Почему тобой должна контролировать баба Варя, брат Степан и пастор Андрей? Почему? Ты можешь отдаться истине полностью, потому что никто здесь не знает истины. Истину знает только истина, которая является Христос. Так давайте все к Христу придем, алло. Может, очнется церковь? Да, мы все, у Христа мы тут стоим. У ног твоих, у ног Христа. Нет, ты у ног Петра, брата Петра. А он у ног Христа. И он тебе расскажет, где что вешаю. Нет, давайте отодвинем всех вот этих вот всех. Уйди. Дай я приду к Иисусу сам. Ты не поймешь. Дай мне не понять. Потому что я слишком все понимаю. Ты ошибешься. Аминь! Дай мне ошибиться! Ты своим детям что говоришь? Не ходи, пока не научишься ходить. Что? Дай ему удариться носом в стекло. Дай ему шлепнуться на задницу, дай ему сбить эту коленку, да отпусти ты его кататься на велосипеде, да, он в столб врежется, гарантирую. Будет 200 метров пустого, а будет стоять столб, он врежется в столб. Пытаясь его миновать. Папа, велику капец. Слава Богу, что тебе, сынок, не капец. С великом разбер. Дай мне жить. Уберите этих пастырей, уберите всех этих, уберите, дайте мне познакомиться с Богом. Написано, те, кто и младенцы, Исаия говорит, когда не заблудятся, если пойдут тем путем, и младенцы, когда познают Бога, не заблудятся. Никто, надеющийся на Бога, посрамлен не был. Почему нам не дают никто познакомиться с самим? Это опасно для религии, потому что Иисус тебе скажет другой вариант церкви. И ты будешь свободным, как вот тот Шаповалов. Да, я смерть хрени религиозной. Да. И уже много людей оставили эту дребедень, думая, что это церковь. Дорогие мои, это вариант сатаны, очнитесь. Настоящая церковь не в стенах, она в стенах никогда не была. То, что мы собрались в стенах, это не имеет никакого значения. Церковь – это я, церковь – это ты, где двое или трое, там я посреди вас. И потом вывело вот это инкубаторское учение, вот эти пастырушки. Если ты в местную церковь не будешь ходить, ты вне церкви. Ты что, идиот? А куда вместится 7 миллиардов людей? Ты когда-нибудь думал? Вот все они покаялись, раз, пуф, и они верующие. Куда? К тебе. Я сделаю 3 потока. 303 не хватит. Давайте выйдем из религиозного маразма церкви. Давайте выйдем из коробки вообще. Я тебе первый говорю, что ты здесь не должен сидеть, если ты не хочешь сидеть. Если Бог тебе не говорил здесь быть, не будь здесь. А почему попридумали зданец? Почему сделали всех членами? Чтобы потом бабульки с тебя скачивать, чтобы потом контролировать тебя. Говорите, отлучен от кого? От тебя? Аллилуйя. От тебя?
от нашей общины переехал в другой штат, там он брат во Христе опять. Я видел таких братьев, знаю лично одного, без головы, который взрослый мужик, который с девочками зажигает, его отлучают, он уезжает в другое место, где его не знают, и опять он на почете, и опять он на проповеди. Скажите мне, какого морала? У людей настолько нет духа и нет вообще распознания, что любая зараза может залезть, просто заползти в их дом и творить, что хотеть. И он сменил уже 5 церквей. Он изнасиловал эту девочку, да. Он поехал туда, и опять он брат во Христе. Конечно. Если бы это была церковь Христа, все бы все видели насквозь. Павел писал, говорит, я в духе с вами, и я знаю, что у вас происходит. У вас происходит то, что в мире даже не слыхано. Библию читаем. Он духом видит все. Это люди, которые поставлены Богом управлять телом Христа, а не своим тельцем. Маленькой подмышечкой моей управлять. Мы кричим о плоде и результатах, но ни за что не дадим, чтобы нас, как семя, зарыли. Мы желаем жить и при этом иметь все, включая Царство Небесное тоже. Я все хочу иметь, всех хочу иметь, и Бога тоже хочу иметь. Все хочу. И тебя Бог тоже, да, ты тоже у меня в списках, да. 2000 лет назад Дух этого мира вывел свой микроклимат для Церкви Христа. Церковь не исчезла, слушай внимательно, она была остановлена. ДНК Бога, другими словами, яблоко, лежащее в холодильнике, оно не умерло. Кто-то понимает? Наоборот, его держат от смерти любым путем. Держат. Держат. 2000 лет рождаются люди свыше, в них входит истина и не может выйти. Потому что мы рождаемся, и нам сразу говорят, это Библия, это пастор, вот это типа Бог и вот это церковь. Я не понял, а может быть, я это все за калякой, за малякой сам решу, что есть что? А ты невыгодный, мы тебя отлучаем, ты не так думаешь. Чур. Уберите его отсюда. Он мешает нам. Потому что ты, пастор, не понимаешь, включая твою паству, что все вы поражены одним и тем же бесом. Вы находитесь, я не говорю о том, что вы бес или вы идете в ад, нет, я говорю о том, что вы в бездействии, не понимая, что ваш паралич это не грех и проблемы, ваш паралич это неправильная атмосфера, в которой вас будут держать. Вспомните богатого юношу. Знаете, что Иисус хотел сказать ему? Поменяй атмосферу. Нет, вы не поняли эту притчу. Эту притчу поймут люди, которые понимают. Он ему сказал, оставь все, следуй за мной. Нет, он говорит, тебе нужно отсоединение. А я могу. А Иисус, а могу я? Иисус ему не дал такой опции. Собираешь бабло и следуешь за мной. Это была популярная позиция. Сейчас пастора все это говорят. Мы не то что делаем, мы поднимаем бизнесменов вокруг себя. Слушай, признайся честно, ты хочешь, чтобы твой жирный живот жил хорошо, и твоя задница сидела в тепле. И тебе кто-то из вот этого клуба миллионеров, созданного тобой, купил Бентли. Извините за честность. Нет, не извиняйте. Ну, набираем воздух. Вторая серия начинается. Церковь не исчезла, она была остановлена. ДНК Бога продолжает через Дух передаваться всем рожденным от Духа. Семя Царства в каждом из нас ждет. Твоя дочь родится свыше, твой сын родится свыше, и в них семя Царства ждет. У них родятся внуки, семя Царства ждет. Кто позволит семени выйти в атмосферу? И как только вы заметили, как уничтожаются те, которые отсоединяются, их сравнивают с землей. Заметь, что ты бухал, спал, делал, наркоту делал, ты никому не нужен был. Объясни мне, почему церковь тобой занялась, когда ты пришел в эту церковь или прошел энкаунтер? Скажи мне, почему ты всем понадобился? Они даже сами, отморозки религиозные, не понимают, что в них действует дух инкубатора. Они видят, назад сюда. Нельзя, умрешь. Дайте умереть, оставьте меня в покое. Вот он начал умирать, говорю, ой, как классно. Как классно. Mm-mm-mm.
Семя царства ждет, кто согласится вернуть церковь в ее климат. Потому что только она сможет жить. Знаете, что меня больше всего достало? Когда я отсоединился, знаете, можно плюнуть на всех и жить свободно. Но меня достало. Не. Я еще с собой парочку прихвачу. Нет, вот почему мы стали таким геморроем у религии. Так и есть, но не сесть, не встать, не пукнуть, ничего, везде вы. Куда ни глянем, и тут вы, нечаянно набрали имя, ваше первое выскакивает, туда, и мне твой диск говорит, ааа, Бог мой. Мои притчи. Смотри. Так, Господь, пожалуйста, расти, останови солнце. Я еще битву не закончил. Итак, эти две субстанции не могли и никогда не смогут жить вместе. Слушайте внимательно. Церковь Христа и Дух этого мира никогда не могут жить по соседству. Если ты видишь церковь, которая принята, признана всеми, это говорит о том, что она стала частью этого мира. Церковь никогда, нигде, от начала, от всех пророков, до конца того, как Петра распяли вверх ногами, никогда не была признана и не будет признана. Она нигде, никто с ней никогда не садился на переговоры. Даже если садились на переговоры, как Никодим, тихо, мы тебя любим, но мы тебя при всех убьем. Поодиночку мы тебя слушаем. А так мы все голосуем, да, анафема маранафа. Да, вчера там пальмы подбрасывали под шумок. Знаете, пальмы ветные. Та-та-та, да, грядет Господь. Да-да, сын Давида, вперед, давай. Доезжай. А потом распни. Так вчера было это. Ну, это было вчера. И меня это заело. Нет, я думаю, сатана, я буду у тебя таким бельмом в твоем глазу, что ты куда будешь смотреть, я там везде буду тыкать тебе в глаз. На тебе, дрянь, зараза люциферная, ну как я, нормально, дышишь нормально, как еще живется, ёкается. Нельзя так говорить о сатане, вот поэтому и ты сидишь с сатаной. До сих пор присоединенный в холодильничке, там, вместе с бананчиками, вместе с копченой курочкой. Вместе там с яблочками, с апельсинками, мы все помирились вот здесь. Все, и теперь у меня мэр в друзьях, который там перетрахал всех. Теперь у меня в государстве вот эти все, которые поддерживают лесбиянок и аборты. Мы теперь все бананчики, мы все здесь подружились. Банановое общество. Никогда мир не примет церковь Христа, которая ходит в огне. Никогда! Если ты принят, ты мир! Пару человек в теме. Скажи аминь! О. Я думаю, уже сейчас разбудил всех. Смотри. Эти две субстанции не могли, никогда не могут жить вместе на этой земле. Всегда будет что-то жить, а что-то выживать. И если мир сейчас живет, то церковь выживает. Если во время апостолов церковь жила, а мир не знал, куда деваться, то дьявол понял, что таким темпом ему быстро будет гаплык. Если вот так вот все будет размножаться, встал на проповедь, там, знаете, 3000, бам, упали. Сатана говорит, если такие отмороженные проповеди будут вот так вот приводить людей к Богу, представьте, что если все будут проповедовать, что будет? Говорит, так, меняем климат, термостат. И постепенно создалась его церковь. Элементы Бога потихонечку убраны с ДНК. Люцифера добавлены. Даже Библия постепенно, страничка за страничкой, переставлялась. Тысячи лет переставлялась. И теперь мы имеем произведение, написанное самим Люцифером. И теперь, чтобы докопаться до истины, тебе нужно полностью отказаться от всех голосов. Даже переводы Библии читаешь, в конфьюз попадаешь. От чего это? Одна Библия говорит одно, другой перевод говорит вообще другое, даже противоположное. Так чему же верить? Вы знаете, что там есть истина?
Библия говорит. Овцы мои знают голос мой. Не написано «читают Библию». Библии как таковой не было, ее совсем недавно склеили. Овцы мои знают голос мой. Цель наша – всем услышать голос. Вы видели когда-нибудь стадо овец, которое вот одна овца сидит такая жревшая, такая задница такой огромной, и она управляет всеми овцами. Она знает голос Иисуса. Она «бэ-э-э», я имею в виду. И Иисус: «Брат Степан, зови стадо!» И он поворачивается. И овечки все. Ты такой фонарь когда-нибудь видел? Написано: все овцы знают голос. Не эта жирная задница. Я не стандартный. Вообще никогда стандартным не был. Ты вообще не в стандартной церкви. Ты вообще не в церкви. Ты в здании, где собралась семья Бога. Свободная, добавлю. Я вообще дома. Я вообще тут терять нечего. Окей. В гостях там, да, еще могут бровью поднять где-то, знаете. А тут все нормально. Хихикай сам с себя. Смотри. Вы думаете, то, что сейчас называется церковью, принимается большинством, это она невеста? Хе-хе. Большинство того, что сейчас называется церковью, это полная ложь. Это еще одна иллюзия, созданная сатаной для тех, кто понял, что нужно искать Христа. Вы думаете, Люцифер не позаботился обо всем? Вы думаете, Люцифер не позаботился о тех, кто, знаете, вот для буддистов там Будда, там, знаете, все. А для тебя будет Христос. Нет, вы не поняли меня, церковь. Вам кажется, что мы родились в самой правильной религии. Правильной религии нет. Потому что религия – это уже все неправильное. Есть живой папуля. И есть детки, которые знают лично его голос. Я всегда говорил, что учителя и пророки нам нужны до времени, когда нас доводят до папы. Я вам уже рассказывал историю, где в моем доме, когда я уезжаю, мои тинейджеры, они управляют домом. Они даже наказывают мою малявку там 4,5 года. Они ее там улаживают спать, и они говорят: нет. Они для нее учителя, пророки, апостолы. Но когда я и Света домой, и учителя, и пророки по кроватям бегут. Доехала. Не надо превозноситься, брат Кондрат. Когда папа явится, все упадут и отожмутся. Все спокойно, окей? А то тут ты что-то имеешь в виду, то имею в виду. Ты такой самый, как я. И ничем мы никогда не отличались. И ты тоже, и у тебя тоже есть икота, и на тебя тоже нападает понос. Вы знаете, я один раз, это к теме не относится. Вы знаете, я один раз вот подумал. Я уже с командой делился. Говорю: почему? Кайф надо ловить, а понос нападает. Прикинь, кайф, его нужно ловить. Он всегда, он почему-то убегает. А понос, он нападает. Раз и напал. К теме так не относится. Просто откровенно. Знаете, я обо всем думаю. Я обо всем думаю, слушай, действительно, вот ловить кайф надо. Убегает тварь. А понос тут не ждешь, напал, и ты: извините. И все знают, почему ты в ресторане, и ты долго не приходишь. У тебя был эксидент. Так. Итак, сатана создал свой вариант. Ты думаешь, знаете, вот родился, и ты говоришь: о, у меня правильная религия. Религии нет правильной. То есть кто-то родился в христианстве, он для вас христианство сделал, ты говоришь: такого не может быть. Все может быть. Все есть и существует. И во время Христа убила кто? Та, которая якобы была... Должны священники, дети Бога. Убили Христа. Вы что?
Это абсолютный вариант Люцифера, того, что под названием. И Иисус вышел, он пришел вне системы, взял людей вне системы, они во своей атмосфере прожили, умерли, родились заново, и слава Божия, тень исцеляла, окей? То есть и мы с вами понимаем, что Царство Божие явилось, и дьявол понял, нет, остановить. Что он сделал? Он не пошел против церкви, потому что это только ужесточает позицию. Он сказал, создадим мой вариант, и через 10 поколений никто не будет знать, что такое оригинал. Ну, как притча про голого кота. Иногда при всех этих вот уродах голых рождается мохнатый. ДНК глюкнула. Да, я купил своего голого сфинкса. И хозяйка говорит, знаешь, иногда бывает, вот когда мы котов разводим, иногда все голые. Говорит, один вот восемь. Семь голых, один полностью волосатый. Говорит, полностью, просто глюк какой-то, и все, он возле волоса. Знаете, вот по какой-то странной причине Бог дает родиться иногда Ильям, Исаиям, Иеремиям вне системы. Они были рождены, как Илья, как Иоанн Креститель, вне системы рожден, вне системы воспитан, даже еду не ел, которую в системе ели. И вот он пришел и говорит, алло! Все такие, кто это? Это парень вне системы. Пророк Иоанн. Смотри. Поэтому создает вот эти клоны, создает вот эти копии для тех, кто хотя бы хоть как-то хочет приблизиться к Богу, но не имеет реального откровения. Над ними он станет ставить таких же самых, которые ничего не знают, управлять этой толпой. И таким образом сатане очень легко контролировать вот эту церковь, которая разрознена, не знает голос отца. Овцы знают голос только главного барана, вот этого, знаете, который бекает каждое воскресенье. Они не знают реально. Дорогие мои, давайте отпустим детей Бога познать лично Бога. Давайте. Все. А как это так? А вот так. Все. Начинаем искать лица Бога. И вы увидите, какое единство придет. Знаете, почему мы запрещаем? Потому что, когда придет Бог, тебя снимут с твоей позиции. Я говорю, пожалуйста, если эта позиция не моя, я первый получу это откровение и убегу. Сам, сразу. И где-то пойду отдыхать, например. Не надо. Мне первому не нужно то, что не мое. Вообще не нужно. Если это не мое, пусть он завтра все исчезнет. Я ни за что не держусь на этой земле, только за Иисуса Христа и за Его откровение и любовь. Все. Ни за людей, ни за твое мнение. А так, как на тебя посмотрят. Да хоть какой-то будет смотрят. Для меня важно, как смотрит на меня мой любимый, для которого моя жизнь, кому моя жизнь принадлежит. Сколько я знаю людей, которые сгнивают на лавочках лжецерквей всю жизнь, думая, что они в правильной атмосфере, пытаясь что-то сделать для Бога, не понимая того, что они находятся в атмосфере этого мира. А в ней ты как в застывшем состоянии ничего не сможешь достичь. А если достигнешь, то это всего лишь плод этого мира, который служит для прославления своих талантов и своего «я». Даже в этой церкви что-то достигнешь, это будет прославлять не Бога, это будет прославлять тебя. Когда ты попадаешь в правильную атмосферу, Царство Бога будет само по себе расти и развиваться в тебе и через тебя. Ты будешь в шоке от того, что будет происходить с тобой и вокруг тебя. Дорогие мои, послушайте, то, что происходит со мной, это 1%. А то, что происходит вокруг меня, этого никто не может контролировать. Я только о себе могу говорить, какой эффект это производит. Так мы только начали. Так мы только голову свою из холодильника высунули и сказали, «О-м-бо!» И тебя там за ногу кто-то тебе, «Ты где отсюда?» Дайте мне самому разобраться, где что. Мы тебя отлучаем. Да быстрее отцепитесь уже от моей ноги. Перестань дергаться на моей ноге. От Марка 4:26. Он сказал, Царство Божие подобно человеку, бросающему семя в землю. Смотри. Кстати, о Царстве Божьем Библия полна. Прочитайте, вы будете шокированы. Подобно человеку, который бросает семя в землю. Ночью человек спит, с наступлением дня он встает. Семя же тем временем всходит и растет. Как он сам не знает? Слушайте, вот он, как он сам не знает? Оно само, церковь, оно само, правильная атмосфера. Земля сама по себе родит зерно. Сама, смотри, сама по себе родит зерно.
Сначала стебель, затем колос, потом заполняется колос зерном. Когда зерно созревает, он сразу берется за серп, потому что наступила жатва. И еще сказал он, чему подобит Царство Божие? Или в какой притче описать его? Оно подобно горчичному семени, самому малому из всех семян на земле. Когда сеют его, но когда посеяно оно, растет и становится самым большим из всех садовых растений, самым раскидистым, так что небесные птицы могут вить гнезда в его тени. О чем это говорит? Это говорит о том, что все, что нужно семени, он говорит, Царство Небесное подобно семени, он просто бах и посеял. Поэтому, дорогие мои, я умоляю вас, первый момент, который скажет тебе, в какой ты атмосфере, свободен ли ты от всех, от всего полностью. Я вам всегда говорю так, я всегда это говорю, я все и всех ставлю под вопрос, и потом мой вопрос ставлю под вопрос. Вот это я живу. Потому что в этом мире столько иллюзий и теней, я ничему не верю, кроме Ему. Потому что как только я думаю, что это истина, это очередной клон сатаны, который выглядывает и говорит, и для таких, как ты, мы тоже уже что-то придумали. Поэтому я умоляю вас, смотрите только на Него. Ищите только Его, потому что даже вот это все может превратиться в очередной культ. Я вам гарантию даю, если уйдет жизнь, и это все превратится в культ. Оно нам не нужно. Не дай Господь. Сатане очень легко управлять церковью сегодняшних дней, которую он создал. Мы в замешательстве, потому что никто из нас не видел настоящей церкви. Поэтому князю мира очень легко было создать подделку и свой вариант. Очень легко. Потому что ты не видел, ты только родился, тебе сказали, вот это. Вот представь, столько я знаю людей, которые, он говорит, у меня были друзья, они были сироты. Говорит, когда они были рождены, они не знают своих, они просто вот самого маленького, они еще не помнили ничего, их дали. Им сказали, это твой мама, это твоя мама и твой папа. Они выросли, думая всю жизнь, что это их мать и отец. Всю жизнь, относя любя полностью. И потом в один прекрасный момент, когда они стали совершеннолетними, садит их мать и отец и рассказывает им, что они не их мать и отец. Дорогие, вы знаете, как легко нас с вами повести за нас куда угодно. Куда угодно. Ты родился, тебе уже сказали, это церковь, это твой пастух, ты овца, понял? Скажи «бе». И вот это твоя структура, вот здесь ты член, будешь, еще недостоин. Еще должен удостоиться, чтобы членом стать. Один дедушка молился на молитве. Настоящая молитва. Господи, пусть в следующем году все наши члены стоят и не падают. Настоящая молитва, серьезно. Молодежь сзади высохла вообще. Все сказали, эй, мэ. Это очень важно. Вы кричите, Бог, двигайся в наших церквях. Пожалуйста, разные, давайте очнемся. Это не его строение. Из своей церкви он никогда не уходил. Знаете, почему нам всем так сложно идти? Потому что мы все идем на ощупь. Мы все. Мы рождены в мир иллюзии и в мир строения князя этого мира. Он не переставал быть князем этого мира. Пожалуйста, не заблуждайся. Он не перестает создавать свои иллюзии и свои миражи рисовать на нашем пути. И поэтому наш настоящий путь, он может только быть там, когда я иду за Христом, по вот этой узкой-узкой тропиночке. Окей? Начиная от пророка Ветхого Завета, побитых камнями, заканчивая Петром, распятым вверх ногами, настоящая церковь всегда будет гонима и презираема князем этого мира. Потому что реальная церковь, которая выносит приговор сатане, такая церковь никогда не будет принята и признана. Настоящая церковь Христа – это как яд в венах этого мира. Она поражает и пожирает на своем пути все. Позволь жить церкви Христа. Для Люцифера это равняется, если он позволит жить церкви Христа, послушайте, для Люцифера это равняется самоубийству. Он никогда не позволит жить церкви Христа. Поэтому ты никогда не будешь, если ты с Богом, если ты рожден от Него, ты никогда не будешь признан всеми вокруг.
ты кем-то будешь признан, большинством ты всегда будешь презираем, потому что ты живешь вне контекста, вне всех этих вещей. Поэтому, дорогие, я умоляю вас, давайте очнемся и поймем, что вот это и есть проблема церкви. Мы живем вне атмосферы, поэтому мы живем вне результата, вне Царства Божьего, и все внутри нас есть. Но, дорогие мои, кто из нас с вами позволит этому произойти? Смотри. Последняя фраза, я закончу. Если ты хочешь видеть его царство на земле, первое – это отсоединение и выход из инкубатора Люцифера. Даже если это заведение под названием церковь, очнись, это тот же самый инкубатор. Церковь Христа никогда не была в стенах, никогда не будет в стенах. То, что люди назвали деноминациями, церквями, это не что иное, как интерпретация чьих-то людей о том, что они думают, что такое церковь. Церковь Христа всегда была в свободе, и все дети Бога знают голос своего Отца. Все его стадо, все его овцы, все дети знают голос своего Отца. Если этого не произошло, это значит, я не состоялся, как тот человек, которому Бог поставил. Моя цель — и все встать вместе и дойти до Отца, довести тебя до его голоса, помочь тебе освободиться. Поэтому не переживайте, дорогие мои. Мы все в одной упряжке идем к одному и тому же Богу. Мечтаем об одних и тех же вещах. Почему нам тяжело? Потому что я так, как и вы. Я бьюсь еще с имиджами и миражами и подделками сатаны. И я ошибаюсь. И я не понимаю. Да почему? Да потому что передо мной никто этого не делал. Церковь. Никто там еще не был. Ну позвольте мне ошибиться несколько раз. Позвольте. Ошибиться, потому что никто там не был. Позвольте мне тыкнуться в 5 дверей и найти ту дверь. Последнее – это пребывание в его атмосфере. Что есть пребывание в его атмосфере? Церковь, еще раз говорю. Свобода. Там, где Дух Господень, где его Дух, там полная свобода. Свобода – это значит, как я сказал в начале, никто не касается ветвей этого леса. Никто не касается почвы этого леса. Убери руки свои, это строение Бога. Полная свобода. Оставь этот лес, оставь этот сад. Пусть он развивается, как Бог ему позволил. И только в этом процессе. Но нет, тебя захотят контролировать. Все сразу с щипчиками придут, а? Помним, да? Ты только говоришь, а я буду расти. И здесь сразу эти все, которые кастрируют. Эй, брат, привет. Ну как, поговорим? Смотришь, тяп-тяп-тяп. Подрезали елочку. И срезали елочку под самый корешок. В лесу родилась елочка. Свободная была. Никто не трогал елочку. Так, все, рифма закончилась. В лесу она росла. Оставьте расти елочку в лесу. Оставьте. Оставьте ее в покое. Последнее место из Библии. И я заканчиваю. От Матфея 13:33. После этого мы помолимся. Матфея 13:33. Смотри, что такое царство. Еще одну притчу сказал им Иисус. Чему подобно Царство Небесное? Вы заметили, что Иисус больше всего притч сказал насчет Царства Небесного? Для себя сделайте этот... Я для себя сделал свое собственное заключение, что Иисус о Царстве Божьем сказал больше всего притч. Потому что Он говорит, я хочу, чтобы оно сюда пришло. Но оно может прийти только тем, которые свободны от всех и от всего. Тебя, наоборот, чтобы ты рос, тебя нельзя учить. Нет, ты не понял. Чтобы ты вырос в полноту Христа, тебя нельзя учить. Как только я тебя научу, ты станешь таким, как я. Пожалуйста, учись у Христа. Еще одну притчу сказал он им, чему подобно Царство Небесное. Представьте себе, вот горстка дрожжей. Женщина их взяла и положила в целых 3 пуда муки и поднялось все тесто. Вот это оно, дорогие. Как только правильная атмосфера, правильная закваска внутри тебя, тесто ложится в правильную атмосферу, ты не остановишь. Вы видели? Скажите мне, кто может остановить процесс всхода теста? Никто. Я видел, раскалывало казаны, раскалывало печи, лопались по швам вещи, где их пытались закрутить как-то. Тесто, оно вылезет, оно поползет, и ты придешь и...
на кухне, и там, Бог мой, тесто, у теста ум появился. Оно пошло куда вот, потекло, полезло по полу, везде залипло и вспухло. Дорогие мои, вот это Царство Божье. Не касайся его, и ты увидишь, как оно все залепит вокруг. Аминь. Давайте мы встанем. Свобода, родные мои. Свобода. Полная свобода. Не поддавайся контролю лживых религиозных мафиозников. Не поддавайся этой лживой членской структуре. Будь свободным. Дыши. Никто в Библии никогда не написано, что если ты не будешь членом, не попадешь. Бог мой, расслабьтесь. В Библии вообще членства нет. В Библии вообще зданий нет. Никто из учеников, включая Христа, не был в зданиях, не строили здания, не собирали ничего. Они говорили о царстве. И эта закваска шла везде, по всей земле. Пожалуйста, я умоляю тебя, освободись от религиозного маразма. Выйди из этой системы. Пусть твой учитель будет сам Святой Дух. Пусть твой учитель будет Небесный Отец. Я отдаю тебе.